спортивный чехол, да? Как он называется? Сквиш? Купили вот этого зайку. Ой, котик. Смотри, вот эти уши надо придавить, чтобы они расстеклись у него по клею, а то тогда будет видно клей. Птички-птички. Смотри, какая птичка. Чешемся, да? Солнышко, а здесь прям так хорошо травка вылезла, да? В городе, мне кажется, не столько много травы. Березки стоят. Возле озера надо там поставить, как эти штучки называются, на которых лежат лежаки и загорать. Озерки такие. Это продолжение Весеннего проспекта. Ой, солнышко выглянуло. Машинка там, слушай, у них трехэтажный танкхаус. Это надо ходить, не переходить.
12 танхаусов. А тут вообще, смотри, они все соединены. А, тут по 4. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 на 4, 24 танхаус.